Стать лидером может каждый. Организаторы начали прием заявок от желающих принять участие во втором этапе конкурса управленцев «Лидеры России». На этом этапе пройдет дистанционный отбор. Для начала участнику нужно зарегистрироваться на сайте «Лидеры России», после пройти онлайн-тестирование, где продемонстрировать интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Письма с персональными комментариями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам после обработки решений. В этом году расширен круг потенциальных участников и лидеров-наставников. Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте конкурса. Напомню, победители получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва и наставничества от известных руководителей из бизнеса и государственного управления.